Судебное заседание не началось. Его в очень плохом состоянии его привезли в суд. Я не знаю, почему привезли в суд. У него состояние крайне тяжелое, но я не врач, не могу точно сказать, что с ним. Или говорили прединфарктное состояние, или прединсультное состояние. Он в сознании? Нет. Он вообще-то, вы же, наверное, видели сами, в каком виде он, в каком виде его увезли отсюда. С чем это связано? Накануне или нет? Благодаря журналистам. То есть вы считаете, что журналист виноват в том, что он стал плохо? Журналисты делают свою работу, но это же очень сильно влияет на его состояние. Что здоровья. Врачи сказали? Не что врачи сказали? Не который определенный шоумен с утра до вечера вам морочит голову, постоянно дает дезинформацию.